Ну, потом позвони. Gentlemen, please this way. Уважаемый господин президент, господин председатель, я рад нашей новой встрече и нового места Африки в системе глобальных экономических связей. Мы поддерживаем подключение Союза к работе ведущих международных объединений и напомню, что Россия одной из первых положительно откликнулась на выдвижение в прошлом году вашими предшественниками на председательском посту президентом Сенегала инициативу о предоставлении Афросоюзу полноправного членства в группе 20. Рассчитываем, что это решение будет принято уже в сентябре в ходе саммита 20 в Нью-Дели. Группа товаров составила 4,7 миллиарда долларов.